день, уважаемые кингисепсы, или вечер, кто как будет смотреть телевизор. Мы подписываем соглашение с компанией Сибурпортэнерго, соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Я хочу напомнить, что практически со всеми терминалами порта услуга у нас подписаны соглашения, и сегодня мы подписываем очередное соглашение с Сибурпортэнерго. Нам очень приятно, Вячеслав Григорьевич, что мы сегодня с вами вместе подпишем это соглашение и наметим, наверное, в ближайшее время тот вектор, в какой отрасли вы нам поможете, то ли это культура, то ли это спорт, то ли это образование, то ли это социальная поддержка каких-то других проектов. В Кингисеппском районе за счет таких соглашений о социально-экономическом сотрудничестве сделано очень много. Много объектов можно перечислять. Я просто, наверное, назову последние знаковые проекты, где, напомню нашим кингисеппцам, где мы достигли большого результата. В первую очередь, это, конечно, ледовая арена, где компания «Еврохим» в лице «Фосфорита» оказали очень серьезную поддержку в строительстве такого очень важного спортивного объекта. И последний крупный проект – это компания «Новотек», поддержала нас в оснащении нового Дома культуры, который сегодня уже распахнул двери, и очень много кингисеппцев пользуются услугами этого Дома культуры, и мы видим уже результаты. Поэтому, Вячеслав Григорьевич, я думаю, что мы с вами найдем точки соприкосновения. Обязательно. Обязаны. Тоже поздравляю всех кингисеппцев. Да, мы пришли к этому соглашению, оно уже не первый раз. Готовы участвовать в поддержании климата и спортивного, как бы, всех событий и там, культурных развития данного региона. Ну и ввиду того, что у нас более 70% сотрудников тоже являются жителями Кингисеппа, мы хотим, чтобы наши работники пользовались этими услугами, и их дети были способны там, предоставить, там, принять эти услуги, этих сооружений. Здорово! Подписываем! Да, подписываем.